Так, или все-таки купить детонатор? Я вот так думаю. Один, два, три, четыре. Ну. Так, что там по аптечкам? Одна аптечка, рюкзак полон. Так, хорошо. Прорвемся. Не, сейчас еще патроны куплю лучше. Что-то мне там не нравится. Все. Потому что там у нас ячейка свободная была, да? Сойдет. Там еще двенашка поместится для туборезика. Так, а вот в этих ничего полезного не может быть? О, там какое-то сообщение. This is Caleb, xenogeologist from Langford Shift 1. There's something in the facility. We've lost three of our crew and can't contact Shift 4. Here comes the transport. Everybody get ready in case there's more. We're abandoning our shift and heading back up. Everyone else is ordered to do the same. Caleb, it's more of them. Shoot them, shoot them! Shooter. Что он там говорит? Ладно, не будем кризофилить. Пошлите дальше. Шестьдесят. О! О, да тут нормально нам оставили, я смотрю. Силовой. Просто какого хрена он тут ползает. Так, здорово, город такой. Так, сейчас мы глянем, что там по аптечкам. Не, не будем. Хотя подождите, бросить. О, вот так вот. Все. Вот так вот надо экономить. Так, силовой узел. Нужен ли он нам? Да у нас всего... У нас дофигища. Ах ты засранец. Ладно. Вау! Вы офигели со всех сторон. Признаюсь, вот эти розовые мне больше нравятся, потому что вот эти, они, ну, чуть такое вообще, они даже никак не прорисованы в блевотине в какой-то. А все-таки вот эти вот розовые, они напоминают о первой части и все такое. Так, ну здесь урон маленький, я заметил. Надо бы качнуть. Опять курильщики вышли. И застыли там. Там шар какой-то прикольный. Так, ну-ка. Это кто там баночки катает? Так, опять началось. Ха-ха-ха. А с этого почти никогда ничего не выпадает. Ну это нам не надо. Еще почитаем. Послушаем. We're leaving a swarm of angry dead body parts behind us. Caleb, come on! More are moving in ahead of us! I can see them! Everyone move it! Go, go, go!
Это Элли говорит, да? Гоу-гоу-гоу. Ну, не он, а вот до этого. Так, вроде все собрали. Не, ну... Пушечка нормальная, я вам скажу. А, вот гад. Так, а кого он тут оживлял-то? О! Нормально так запрятали. Сколько у нас уже их? 5! Офигеть! Это у нас получается точка, верстак впереди. А, ну, на две части. Магазин с сейфом сзади, а цель и верстак впереди. Что тут за мясо, блин? Так вообще не от первого лица игра, видите? Прикольно было бы. Dead Space от первого лица. Кто свет вырубает постоянно, а? Кто посмел? Так, а это случайно не то место, куда мы аптечку уронили, нет? Не люблю туманность. Мне больше нравится локация с мегаполисом. Isaac, over here. The door is jammed. This must have been the last stand for whoever was left down here. Can you get the door open on your end? No, the circuits are fried. They must have fused the panel trying to keep those things out. There's gotta be another way in. The only other way is through the processing plant, but it's not meant for human traffic. Step four. I think I can stop it from here, though. All right, do it. Дюн. А, она очередями стреляет. Так, что там по заданию у нас? Ну хорошо, это мы знаем. Так, что тут у нас? Управление давлением смертельно опасно. Ну, это значит нам сюда. Так. Так, а что выбросить-то? Ой, блин, контактные мины. Да нам ничего не надо выбрасывать, ёпарасоте. Блин, что делать? Так, сейчас кое-что гляну. Так, здесь пятнашка, здесь 6. Блин. Ну ладно, пускай будут. О, верстак! Блин! О, хрен я. А, заработал просто все. Никто не полез? Ну, значит, все нормально. Ну, под шумок мог. Сдохните, уроды. Блин, шум тут, правда. Как бы это все вырубить? Никак. А здесь нету никаких тайничков с силовыми узлами, там нет, ну ладно. Так, а что будем качать? А давайте посмотрим, что там по труборезу у нас. Так, труборез. А, блин, импульсную это я не купил толком. Смотрите, это какая-то другая читерская, надо импульсную настоящую купить. А что будем качать? Так, ну давайте я бы ущерба качнул вот сюда. Значит, смотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Либо объема и длительности. Так, а ущерб у нас самый большой. Но если что, переназначим потом. Ничего страшного. О! Нормально. Под конец игры все равно я оставлю какую-нибудь одну пушку, чтобы уж на мясо замочить их всех. Так, а вот там вот кто-то был, нет? А он, наверное, сюда прибежал.
Один из этих. Ладно, насрать, у нас дофигища всего. Даже одна ячейка еще есть. Уж аптечка где-нибудь будет. Ладно, ссать. Правда, почему это у нас? Да что за ссаные лагеря они? Они у меня то бывают, то нет. Наконец-то тишина. Так. I think I've hit a dead end. Looks like some kind of venting system up ahead. Right. Manually shutting down the plant froze all the pressure valves in place. You'll need to find a way to force it open. А, все ясно. Силовых узлов нет. И так. О, ящики. А, отлично. Смотрим. Ничего тут нету. Ну, по крайней мере, я ни хрена не вижу. Так, хорошо. Your friend has powered off the facility. Remind me to thank her for providing me with your location. I've locked the processing cycle on, and you in with it. It ends here, Clark. It doesn't have to be this way, Titan. It does, and it is. Goodbye, Clark. Не прощай, я тебя еще встречу, тебе пасть порву, понял? Так, вот тут задница, вон. Значит, смотрите, сейчас мы напрямую вот туда. Так, ну-ка. Не мешай мне. Так, сейчас мы глянем. Да, ага. Давайте заморозим, что ли, для безопасности. Не засасывают меня, что ли? Вот так-то. Против трубореза не попрешь. Эта пила тебя расфигачит. Браз. Так, тут ящики еще. О, тут по нашу душу. По нашу темку станется. Так, ну что, тут какая-то тоже. Не, значит, мы сейчас сначала заряжаем станец. Потом... Ребят, уже нельзя зарядить. Ну, может, можно, я просто успел. Ладно, восстановится, если что. Где что еще? Вон он. Ах ты гад! Да, он даже их броню пробьет. Стреляльщики, я забыл, как их называют. Can't you shut these things off? No. Somehow Tideman declared me dead in the system. Now my codes don't work anymore. You're kidding. Oh, shit. Something's coming. Strass! No. Help me with the door. I need you to see him. I need you to follow the steps. What? No, just shut up and help me. God damn it! Ellie! Мало ли креды будут. Пипец. Фу, я думал, я не успею. Так, куда сейчас? Сейчас. Во. Так-то лучше. Ну, судя по всему, куда-то туда. Наверх или хрен знает, даже это верх не назвать. Да сколько у вас? Ой-ой-ой!